Ежегодно накануне летнего сезона водолазы Анапской службы спасения обследуют морскую территорию пляжа Анапы. 5 водолазов в течение нескольких часов очищали морское дно Малой бухты от промышленного и бытового мусора. В основном, по словам спасателей, на каменистых пляжах попадается мелкий мусор. На песчаных главная проблема – смотровые вышки, установленные в воде 8-10 лет назад и поваленные штормом. Гости города всегда с интересом наблюдают за процессом ожидания обычных находок. Как показывает практика, интересные вещи в находках не редкость. После каждого штурма вымывает разные предметы, бывает, штормом приносят предметы. Если ежегодно обследовать, тогда не так много, но попадаются довольно-таки опасные предметы. И также предметы со времен Великой Отечественной войны. Бывают и авиабомбы, и мины. Любопытных зрителей интересными находками море не порадовало. Спасатели обнаружили на дне автомобильную покрышку и деревянные доски. Подняли на берег. К середине июня большая часть работы по обследованию пляжей будет завершена. Силами службы спасения уже проверено более 30 пляжей. В течение всего курортного сезона водолазы-спасатели будут выезжать на дополнительное обследование по заявкам руководителей здравниц.